Сьогодні у нас в гостях дуже епатажний гість, просто символ українського епатажу. Ви знаєте, досі навіть учасники битви екстрасенсів не можуть розгадати, що ж у нього в чемоданчику. Зустрічайте, неперевершений Діма Коляденко! Вітаю! І ще оплески. Дім, радий бачити. Слухай, привет. Ну ти не лише співак, актор, ти ще й фокусник. Я фокусник, друзі. Добрий вечір! Там, де Діма Коляденко, там завжди праздник і хороше настроєння. Привіт! Сьогодні Діма, можливо, станцює, заспіває, але після нашої розмови, Дім, запрошуємо. Теска зачекався. Так! Діма Танкович, добрий вечір! Поїхали! Привіт, Рапідік! Привіт! Діма – це саме хороше ім'я в світі. Точно, після Гріші. Саме волшебне ім'я в світі – Діма Коляденко. Правильно, друзі мої? У нас сьогодні четвертая программа, и мы всех заранее наших зрителей предупредили, что будешь ты, выставили твое фото, вот, и провели опрос, что больше всего наши зрители хотели бы узнать про звезду. Ты знаешь, что 10%, конечно, захотели узнать, что в чемоданчике, да. Но остальные 90% спросили, будешь ли ты сниматься в продолжении «Пиратов Карибского моря». Слушай, это вообще моя мечта. Джонни Депп похож на меня. У меня же песня есть. Похож на Джонни Депп, картин ж герой, кумир он миллионов, почти как супербой. И припев «Дима, Дима Коляденко». Також на песня закінчується. А по поводу фотографий, я только с типографией новой открытки для вас. Димон, тебе. Спасибо огромное. Новый бизнес, да? Тебе. Кто хочет Слух, еще, а ребята? А где автограф? Сейчас отдам. Сейчас всем дам. А, иди сюда, девочка, вы знаете, иди сюда. Иди, не бойся. Это первое фото в одежде. Правда. По 5 гривен бери. Давай, роздай, роздай. Я хочу показати, це в перший календар, де Діма вдягнений. Дім, слухай, 10 років хіту Діма Коляденко. Да. Так? Може, навіть 12. І ось нещодавно пісня «Супер Діма». Да. Де ти був 9 років? Хворів? Ну, так карантин же був, локдаун був. А, в тебе 9 років локдаун. У тебе пісні різні, а приспів скрізь однаковий. Діма, Діма Коляденко. На один манер. Знаєш, у мене зараз з'явилася от нова пісня, яку ти вспомнив. Третя, «Супер Діма». Ага. Там також поється. А Діма супер-пупер, а Діма супер-денсін. Якщо ти вже зі мною, все буде хорошо. Мені пора додому, я залишу вас разом. Тому що... Стоп, 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 стоп. Все, спасибо, це був Григорій Рішетник. Знаешь, я это... Говорят, слышишь, Гриша, Дима, что Коляденко носит саквояжи? Да. Показать? Опа! Рассказать? Давай! Потому что перше. Пацаны намекают, им Дизель неудобно, Найт. Значит. Так, вы готовы? Да. Эксклюзивно, Дизель. Найт. Найт. Считаем. 5, 4. 3, 2, 1. С Новым разом! Дим, розкажи, що там, покажи нам. Ну, во-первых, манометр. Я ж уже на пенсії, уже пора. Дим. Я понимаю, что я молод, красив, успешен, у меня так... много друзей. Но мне ж уже не 20, уже 35 лет. Так, манометр, что еще? Анализы. Другая открытка. Так. Потом, нет, боже, вам все интересно, да? Так что тут у меня? Парфум. О! Парфум. Ну, парфум мы почувствовали еще, когда ты подъезжал. А это парфум че? А это ходок. Гусь есть? Не, у нас инче райдер. Хороший ходок, будете? Не, пока нет. Музыканты, будете ходок? Дим, вон они вообще потребны. Дим. Свежий. Я знаю, скільки чому чемоданчик. А, Дима роздає на лише календарі. Сосиской. А теперь я вновь хочу обратиться к нашим зрителям. А? А? Выбрали открытку, а могли хот-дог получить. Тобі цього року в липні, та? 50...
Ну, за 30, короче, Гриша, 35 плюс. Паспорт не заглядывай. Так. Молодости нашей нет конца. Ну, а як ти ставишся взагалі до віку? Для тебе... 24, не больше. Вот больше не дашь, понимаешь? Нет, на самом деле... 24. Ты охрененно выглядишь. Окей, спасибо, молодец. 7-4, ему 5. Все знают, что ты пережил несколько расставаний, таких непростых. А, точно. Травмы. Да, были травмы. Я про расставания, сейчас не про травмы. Вот. И я читал, не знаю, правда или нет, ты мне скажешь, что ты ну, стал нудистом, потому что, судя по всему, оставил все вещи своим бывшим прекрасным женам. И вот у меня резонно ну, возникает вопрос. Ты нудист? Чему ты тут вязаный? Если да, тогда сразу вопрос, почему ты к нам одетым пришел? Слушайте, ну это я недавно дал интервью, но это было ровно 20 лет назад. Это правда. Недавно я так мечтал когда-нибудь побыть вот настоящим человеком, где меня никто не знает, где я никого не знаю. Это случилось в Германии. Это такой спортивный комплекс. Горки, солярии, кафешки, бани, бассейны. Но на втором этаже все голые. Плавочки и, значит, крест. И мне балетная девочка Дима Калиденко, там сбудется ваша мечта. И я пошел. Правда. Да. И я все это дело, значит, снимаю. И понимаю, что все голые, мужчины, женщины, и все ходят, понимаешь, вот так вот. И я присел у камина, вот так, тихонечко. Огонь, значит, огонь. И не могу встать. Ну, вы мужчины, вы меня понимаете. Нет. Я, значит, не могу встать. Так. Потому что у вас взрослое шоу? Да, да. Короче, взрослый. Я возбудился. Смотрю, висит какой-то чан из веревки, как в туалете, знаете? Ты на чан возбудился? Да нет. Я, значит, шнурочек потянул. Ну, как в туалете, понимаешь? И оттуда этот чан. Холодной воды. И все на меня. Я, конечно, отошел. Ребята видели меня через 5 минут. Я вот так, значит, вот так. Я еще купил кофе, значит. Дим, а может... Не, я вот так вот, значит, с кофейком. Девочки ходят, я такой, добрый вечер. Хай. А я не знаю немецкого, знаешь. Они там что-то меня, я ви-ви, типа я француз, знаешь, ви там. А так балдею, хожу. Потом я, значит, поставил кофе, поплыл в бассейне, пошел в солярь. Ребята, я звоню Билочке, ну это было 20 лет назад. Я говорю, Ира, у меня крылья выросли. Я настолько стал свободным. В общем, ребят, я не рекламирую нудизм. Это был у меня раз в жизни. Это такой кайф. Ходите дома голыми. А тебе кличуть на танці зірками? Ти взагалі з якою зіркою хотів танцювати? Меня звали в тому году, значит, щоб я був в жюрі танцев со звездами. Реально это мне звонили з другой страны, з которой я не общаюсь. Ти понял, з какой страны? Я сказав, извините. Это вообще не может быть, и это вообще не обсуждается. Я отказался от большого шоу, не надо мне такое. Я люблю Украину. Ты хореограф, певак, кто? Так я ж, ты ж не знаешь, я ж вернулся на сцену как артист балета. Вы в курсе? Нет. Спектакль «Шкаф», «Фридом балет», хореограф Лена Калиденко, балет «Фридом». И я ж танцую теперь в спектакле, приходите. А кого ты танцуешь? Я танцую себя. Там есть такой номер крутой, Калашников, я там танцую. Калашников, Калашников. Потом бум-бум-бум-бум-бум, тара-тан-тара, раз, два, три, четыре. Друзья! Сразу хочу вас обрадовать, вы посмотрели весь фрагмент с Димой Калиденко из этого прекрасного произведения. Кстати, да, друзья, вы знали, что именно Дима придумал название «Шоу-бизнес»? Это правда. А что вы? Вы в шоке? Конечно, друзья, шоу-бизнес. Слушай, Дим, ну а можешь перші, знаешь, какие танцы украинских зерок показать? Ну, как все начиналось? Какие были танцы? Ну, раньше было очень, понимаешь... Эволюцию танцев можешь какую-то первую? Да. Такие, 90-е. Раньше было так, значит, два прихлопа, три притопа. Дим, можем испробовать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, давай, три, давай, четыре, давай. Пять, шесть, а семь. Ну, давай, ты раз. Пацаны, раз, идите сюда. Вы, ну, три, давай, четыре. Давай, давай. У вас получится. Давай. Конечно, получится, я вылетел во втором эфире. Слушай, ты, кстати, хорошо танцевал. Спасибо огромное. Я болел за тебя. Да, ты единственный, кто за меня болел, поэтому потом, огромное спасибо. Потом, 93-й год, родился мой сын, танцевали всего так. Раз, два, три, четыре, пять, ну, шесть, семь. Вот. Это легкотня. Да, 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 это легкотня. Потом пошли 2000-е уже. Нет, 96-й. Это Ира Билык любила движение. Раз, два, три, четыре, это пять, шесть,
всем. Поворот. Раз, два, три. Хоп. Раз, два, три. Хоп. Потом я поехал учиться во Францию. Город Шинон. Там было все очень сложно. Поехали. Несем. Анализы. Давай, анализы. Анализ. Так я твои видимо, Дим. Ты про что я мрил. Мама, все для тебя. Раз, два, три. Назад. Вперед. Тусим. Еще. Раз. А что у нас руки трясутся? Вот такие анализы. Настолько все плохо? Потом, еще сложное движение. Стоп. Я забыл Диме пояснить, что мы не маємо намір пройти 20 років. Потом пошел хип-хоп. Хип-хоп, давай. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Потом пошел брейк. Волна, давай, волна. Давай, волна. Начинай волну. Поехал. Вау. Все, Дима Голяденко. Да, і ми саме в такому складі підемо на танці з зірками. Дім, сідай, будь ласка. Кончились. А гонорар... А, подождіть, стойте. Стоп, не треба, Дім, що зупинись. Стоп, Діма! Стоп, Діма! Просто... Тепер ми знаємо, хто буде прибирати студію. Ребята, Діма Коляденко. Ні, подожди. Я получаю такое удовольствие, правда? Полетели.